Так, что у нас тут? Войти в убежище. Не создаем новое убежище. Теперь вам нужно выбрать номер убежища. Подумайте тщательно, ведь изменить его вы уже не сможете. Но я довольно оригинальный человек, так что я сделаю вот такой код. Ладно, пошутил. Такое число хочу. Я хочу вот такое число. Создал эту вещь. Поздравляем. Компания Voltech выбрала вас. Смотрели убежище. Кого? Убежище защищает люди от опасной пустоши. Понятно. Вы смотрите убежище. Вы должны его Voltech. Нормальное состояние, а также, понятно. Короче, мы должны... О, лысый. Лысый, что ты у нас забыл? Мы не принимаем таких. Каждая кабина звезда. Ага. Тут будет дневная. Будет больше или нет. Ага, долг там всякое. Пожалуйста, подождите. Погибших жителей можно воскресить только после завершения. Окей, значит, мне их воскрешать. Мы их будем выкидывать и продавать, наверное. Я не знаю. Подсказка. Добро пожаловать в новый убежище. Смотритель позволяет что-то одел на себе. Я сделаю скрин. Так, молоточек. Чего у нас значит молоточек? Мы построим генератор. Окей, генератор мы построим. Конечно, мы его построим. Как жить без мимасов, конечно. Теперь нам нужно жители. Да, нам нужны жители. О, баба, мужик, негр. Негр. Смотри, новые жители. Уже что-то в дверь убежища. Что нам надо? Мы вас не принимаем. Ты черный. О, извините, я черный. О, житель, давайте посмотрим. Окей, пофиг. Я тебя принимаю, чувак. У тебя 50 чего-то. Уровень первый. Ну все, у тебя нет собак. Ну, молодец. И что? Ай-ха-ха-ха-ха! Что мне с ним делать? А, его положить надо? Не. А, блин, его что, нельзя выкинуть? В жопу, ты нам не нужен. Ну, хотя ты будешь у нас работать. Ну. В смысле? Эти, наверное, здания, нажми на жителя и первую кнопку. Походи мышки, а потом перетащи его в какую-то... А, вот сюда его надо перетащить. Теперь бабу туда. Все, теперь они будут у нас работать. Стоп, откуда у них одежда появилась? Мне одежду дали? Чего? Как это произошло? Ну окей. Это все? Что это значит? Что это смайлик знает? А. Теперь, когда в комнате есть жители, она начнет производить ресурсы. Дважды нажмите на кнопку комнату, чтобы рассмотреть ее поближе. Я могу просто приблизить, нет. Теперь, когда в комнате... А. Ну вот. Если вы сильно нуждаетесь в ресурсах, можете воспроизвести искажение. Нажмите на кнопку сканер. Ага. Круто. Крутая песня. Отлично, вам использованы крышки. Понятно. Крышки, вот это богач. У меня столько крышек. Чё это? Вам нужно оставить набор пищу. Нажму. Ага, жрачку. Нам нужна жрачка. Пусть она будет. Ага. Чё нам надо? Вода. Ну как жить без воды? Ну это же вообще... Ну, без воды. Шоп, это крысы? Приблизить-то. Следующее, вот пища, да-да-да, вот еда.
Типа, я плачу, это смартик. Он, походу, жители наши радуются или... О, 33. Надо сфоткать. Вы кто? А на нас могут бандиты напасть? Смотри, новые жители. Ура! Ну, идите работать. Теперь когда... Да. Ты, бабонька, пойдешь в кухню. Иди на кухню работай, тварь. Так, ты пойдешь в воду. Ты пойдешь у мужчин и женщин, кто-то вы определите комнату, могут родиться дети. Окей. Тогда иди сюда. Я хочу больше денег, больше детей, всякого этого. Так, в смысле минус один, не понял. Что это значит? Так, тут я них не могу, тут бессмысленно. Ну давай, вот сюда тут 5. Крыш, ну давай, иди. Хоу-хоу-хоу. Так, что у нас тут? О, нет. Отправить два похожие комнаты, два жителя. И 25 крыш. Мне очень нравится эта игра, но мне кажется, она меня перебивает, потому что... понятно. Понятно, я не увидел это. А максимально это... Вы можете отправить жителей на разведку. Ага, понял. Чтоб они сдохли. Понятно. Так. А где тут настрой? Да, звук пусть такой. Вот это. Всё. Будем вот так-то, потому что вы меня плохо слышали, мне кажется. Ну, что мне делать? Жители высоким уровнем. А как их улучшить? Их можно улучшить? Давай это улучшим. Улучшить. Мне можно как-то улучшить? Улучшение 25, да, не. Стоп, я видел, мне можно уничтожить. Это же вообще не выгодно. Стой. В смысле? Что ты делаешь? Ты должна готовить, а не жрать говно. А вы что делаете? Стоп, почему это выше? Что-то не сделал. Что тут у нас? Они разговаривают, ничего не делают, не работают. Вы что делаете? Вы просто ходите. Ну понятно, команда дебилов каких-то. О! Бабонька. Выгоднее всего. Это вообще не выгодно. Минус один. Ну это как так? Так. Как? Ну, два. Это лучше всего. Итак. Давайте. Стоп, что это у нас? Что тут? Вы что делаете? Это у меня энергия собирать. Вот это продуманная игра просто. Лифт. Нафиг нам лифт. Жилая комната. Вот, жилая комната. Нам нужны, чтобы люди жили. Так это и есть жилая комната. А я думаю, что это? Что вы танцуете? Хватит танцевать. Это энергия. О! Шо, лайк. Поставьте лайк под видео. Во. Что он хочет сказать? Да, комната. Два жителя это максимально. Понятно. Вода собрать. Воду, конечно. Ну и что мне делать? Где там люди? Идите к нам. У нас самые лучшие... Самые лучшие домики. Да. Так. Задание. Давайте сделаем задание. Я проглотил язык. Ладно. Повысить уровень... Одного жителя. Это стоит какой-то говно. Да. Давайте что-ли прокачаем. Ну какой самый выгодный, смотрите. Вроде я не помню. Блин, а что нам выгоднее прокачать? Энергию? Ну, я думаю, воду, потому что она меньше всего вообще. Тут меньше всего. Это правда, о чем все говорят, ну ты знаешь про кого. Про меня, что ли? Они сами улучшиться могут, серьезно? Или это нет? Или это не так? Да, кого улучшить из них? Давай вот эту. Она что-то там пишет. Пусть дальше пишет. Нет. Уничтожить за 20 это... это плюс 20. Но все равно уничтожить человека. Давай. Сейчас 50, улучшение 2. Давай. Вам не хватает кошелька? В смысле, а сколько мне погоди? 250, понятно. А как заработать бабло? А как бабло заработать? Денежки. А мне бабло нужно.
А как бабло заработать? Ребята, вам нужно бабло?